История о том, что будет после пятичасового стрима. Аидгор, вставай, мой лысый друг. Ты давно не пользовался зубной пастой? Или этот цвет у нее такой? Тебе надо выпить артезианской водицы. Я хочу плакать, но не могу. Посмотри на себя. Каждый кавказец по утрам должен есть шаурму. Но у тебя получается бич-вариант. Ну ты ли, какая лошадка симпатичная. На вид не очень, но запах хороший. Не спать. Вот ленивая жопа. Если бы я мог, дал бы тебе по сраке. Братья и сестры, подписывайтесь на канал Аидгора. Поддержите его лайком. Он старается, но не всегда получается. Акуна Матата.